Председательница клуба «Арт-Позитив» Вера Язева к открытию выставки подошла с фантазией. На церемонии она не просто представила художников, чьи работы стали частью экспозиции, а для каждого сделала персональный творческий сюрприз. Я люблю удивлять. Я люблю делать сюрпризы. И я знаю, что пусть какой-то небольшой сюрприз, вот, например, сегодня наши художники, девчонки, мальчишки вообще не знают, что я куплю цветы. И для них это было приятным подарком. Цветок, по словам Веры Язевой, служил для посетителей выставки еще и ориентиром. По розе в руках можно было опознать художника и обратиться к нему с вопросом. Сам клуб «Арт-Позитив» существует всего год, принимает в него всех желающих, порой даже тех, кто к изобразительному искусству совершенно не склонен. Потом, знаете, как вот говорят там, цыганская почта, да? Один одному сказал, другой другому сказал. И так постепенно кто-то пришел со своим другом, кто-то пришел с подругой. Вот Ирма к нам Николая привела. Потом Николай к нам привел еще одного молодого человека. Вот сегодня его не было, но он не художник. Ему просто нравится быть с нами. Одна из участниц клуба «Арт-Позитив» Александра Маркова-Ерошина в своих работах больше всего тяготеет к натюрмортам. И эта тема ей кажется очень глубокой. Через натюрморт можно выразить очень много всего, в том числе какого-то внутреннего состояния. Природа, она нас питает, пропитывает, а натюрморт как-то мы немножечко создаем и влияем на него. Сегодня работа Александра выставлена не только в Сарове. Часть картин находится в Москве. Но участие в выставке клуба «Арт-Позитив» для девушки – приятное дополнение к творчеству. Мы хорошо шагнули в ширины, познакомились с новыми людьми. Именно вот из-за того, что мы образовались вокруг нас, появились новые люди, новые какие-то возможности. Мы друг друга учим, мы заставляем их рисовать, они заставляют нас сочинять. Выставка художников клуба «Арт-Позитив» открылась в филиале библиотеки Маяковского на улице Московской. Картины пробудут там до февраля 2019 года. А смотреть экспозицию можно в часы работы библиотеки. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.